Короче говоря, я хочу извиниться за то, что неделю не было стримов, мне нужно было отдохнуть. Ну, на самом деле, это, конечно же, опять не так, и я опять лицемерю. Вот, но все же хочу извиниться перед платными подписчиками в первую очередь, потому что вы подписывались, а стримов не было. Вот, где-то, наверное, до четверга у меня было очень тяжело по свободному времени, я не успевал ничего, а тут еще Evil Within, короче, он постоянно вылезал в тренды на YouTube, и его нужно было гнать вперед, потому что за это время подписалось порядка там очень много человек, короче, ну, большой интерес. Я просто не успевал, потом еще было очень много работы, и где-то в пятницу я просто сломался и подумал, мне надо дня три отдохнуть, вот. И в результате я отдохнул, и сегодня мы можем начинать, потому что в ближайшие недели, я думаю, будет очень хороший. И я реально, по-моему, соскучился, повторюсь еще раз. Игорь, Enoch Historix в 11-й раз подписался и понаписал. Привет, Артур. Показал девушке стрим, ей не понравилось. В итоге я решил, нахер мне такая девушка, не разделяющая мое любимое хобби, хорошего стрима. Не, ну вообще-то да, ну типа ты что сказать-то хотел? Ну, так и надо поступать, это как дышать примерно. Логично. Ну, окей, окей. Леда, есть удивительно красивая планета, заткнись! Да, где обитает? Заткнись, игра! А сука, где оно не может скипнуться. Громко, да нахрен мне вот это говно, давай на меня. Вот это сиськи, а это не сиськи, это оказывается руки. Просто Enter нажимаете. О, это сиськи. Да, это руки. Серьезно. Так, пещеры. Игра про пещеры. Пусти! Пусти, говорю! Пусти! Пусти меня, женщина! Я предупреждал! Я предупреждал! Ну да, что ты вцепилась в меня? О-о-о, ну зачем ты это сделала? Тут нужно спуститься, я не видела. Ясно, ясно. Куда ты катишься? Там лед! Лед! Стой, сука, стой! Нет! О, господи. Катись. Ну да боже ты. Твоя ты меня... Там, ой, давай. Надо двигаться, ой, надо нет, двигаться. Даша, ты сейчас укатишься. Даша, ты чё так долго-то, боже? Наверху где? Чё повреждение где-то, говорят. Где? Вот. Что вот произошло, господи? Вот оно, боже мой! Всё, всё, тут всё. Полно жертвы, идите сюда. Где? Какой жертвы? Рыбка! Надо убивать это говно, оно ж мешает нам ходить. А что такое винты? Полный вперёд! Так, ладно. Тёма, иди сюда. Да, да. Пружинки. Страшная локация. Тут двигается стена. Нормально, это ты к ней двигаешься. Это ты к ней плывешь, вот она двигается. Дерево говорит, как подбежит сюда. Иди пушку быстрее. У нас одна пушка? Окей. Так, я буду механиком на корабле. Рыба-меч! Вот это конченая, вот это конченая. Она электрическая, рыба-меч, плохо. Она уносится как больная. Я пещеру нашла. Я нашла пещеру. Давай, давай, давай. Прикольно. Мы в пещере. О, в пещере. Тут можно всякого купить, по-моему. Чё, я спал, типа выходить, я буду участвовать в этом, что ли? Да. Света буквально. Яша, спасибо. Нет! Блин! Артём! Артём! Так, что делать будем? Кто прыгнет, тот умрет. Прощай. Ого! Вот это был ход конем. Я сейчас тут умру кому-то. Пошёл, мля! Отцепи руку, жизнь будет. Не больно совсем падать? Да. Чат, да я удар нажимал. Даша, молодец. Нет! О боже, я упаду сейчас. Ой, блядь, такое, простите, не матерюсь. Чё так скользко-то?
Ей! Помолчим, послушаем. В этом крике... Я сегодня вспомнил, как я ударился в холодильник. Даша, об этом не нужно рассказывать людям. Ладно, простите. Нет, вы расскажите. Я уже не помню, ты там такой комбо собрала. Открывает холодильник, короче. Достает... Достает майонез. Майонез падает. Она такая... Короче... Поднимается наверх, а полку головой бабах. Сука, тварь такая. Тихо, спокойно. Да твою мать, ну хватит. Смотрите, все, я собрался. О боже, я на третьем. А, ну в смысле, я собрался же. Что это там сверху чудовище? Что делать будете? Как-то надо открыть люк. Ломай. Вау, что за приколы? Это что за десант? Давай, давай. Это было жестоко. Ну блин. Я не ожидал, что это так можно. Я даже люка не видел. Чем я занимаюсь-то? Да чем я занимаюсь? Ну, твою мать, такое... ты что делаешь? Трачусь. Патрон укатился. Ой, твою мать. У меня рука куда-то. Посмотрите на Тёма, же аутист. Наклонился вот так вот. И все ниже к столу, типа линзу контактную. Боже. Артур, я скажу тебе больше, ты выглядишь точно так же. Да тут все так выглядят. За клюв его схватило. Ну не за клюв же, серьезно. Превозмогла. В смысле, Е? Женщинские разборки, давай. Давайте по углам. Встали по углам, да. Отдохнули, да. Нажмите давай, кнопку X, нажмите оба. Ой, Таня, запомни, давай. Приехали, все. Файт. Осело, короче. Это произошло. Запрещенный прием. А как это произошло вообще? Че за нахер? О боже. Давай! И упала! За ногу ее! Выкинь ее к черту! Да схвати ты! Таня, я по очкам победю тебя все равно! Обоих очки! Начинает затягиваться. Что ты за голову схватила? Что-то рвёт голову ей. Мне вот лопа. Голова сломалась. Слышно пыхтение. Капуэра! Гримис. Нет, ну давайте, чё. Силы были равны. Хватает этот. И дрались они 3 дня и 3 ночи. Таня, давай. Взывай, чудо. Таня, сдавайся. Ты же знаешь, что Даша тебя победит. Даша, выкинь ее. Молодец. Овнед. Кусая. Ой, не попал. Косой. Ля-ля-ля, он сейчас вперед вырвется. Хватит катать меня! Отпусти! Отпусти! А кто там навсегда? Все, сдавайся! Тихонечко ударил. И папа.
Бах, полетело, короче, хер знает куда. Спокойно. Это голова, я надеюсь. Надеюсь, говорит. Лол. О, мой бог. Че, ничего не понял. Я ничего не слышу. Че, произошло-то? Все, типа... Че? Че было? Забил с первого удара? Да. Че было-то? А ёпперсете. Я тактик. Что он там делает? Не лезет. Ты иди отсюда, женщина. Даша, отпусти меня, я за Артура веду! Даша! Ты предательница, ты мне больше не подруга, я не буду пить с тобой вино! Ты и так не пила! Так, я пошла за Артура. Даша, я прочекала, у меня в игре доступно 15 уровней, мне кажется, это проблема у хоста. Попробуйте поменять хост на тебя или Таню. А чё дисконнект? Чё дисконнект, не знаю. Артур? Артур? А где Артур? Да всё нормально. О боже, кто-то меня не нашел. Таня, ты сдалась, что ли, я не понял? Я? Нет. У тебя же дисконнект. Даша ходила, бегала, тебя искала. Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо, Даша, спокойно, Даша, тихо. Если мы сейчас, если я сейчас выиграю, я обещаю, что поставлю карту, которую ты хочешь. Да, я никогда не хочу. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Дисконнект? Давай. Е-е-е-е. За подписку. Вы услышали, да? Эй, та же самая карта. Харабов? Харабов. Да. Отстань от меня! Ну блин, нет. Текло, чем бить-то? Вандалы, потому что. Здравствуйте. Дверь закрыта. Говорю, закрыта дверь. Нет! Я уже проснулась, Таня. Отцепись от двери, дебил. Такая музыка. Кто-то дерется плохо. Я не понял, ты типа этот. Я этот, да. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Ау. Держись. Держись. Нет. Я не пойду туда. Только не так. О, у меня левая сильная. Я тренирую. На, блин. Подожди, я как башкой. Да, жми. Забор схватил тебя, блин. Да. Страшно. Ох. Уйди, Даша. Стой! Стой! Выходи оттуда! Нет! Отстаньте от меня! Чё вы сговорились-то? Типа, тимплей! Я вообще всех бью! Я не пойму, кто-то кого-то бьет. Кого-то сейчас вынесут. Походу я. Валяю. На тебя даже внимания не обратили. Хорошо, Даша, хорошо. Вдвоем подняли! Нет! Живи! Живи! Зацепилась! Чем ты держишься? Нормально, долго не продержится. Она горит! Та-ра-та! Кнопку А не нажимаешь, Таня, когда упал. В смысле? Ничего, что я без сознания была? Без сознания, когда так быстрее встаешь из нокаута. Серьезно? Ну там же подсказка была, да.
Лол.